Ребята, всем привет! Сейчас затестим PUBG на телефоне Xiaomi Note 5. Настройки графики стоят низкие. Они по дефолту почему-то поставились. Я не стал менять на среднее или на максимальное. Думаю, ну нафиг. Так. Сейчас посмотрим. Я как-то его тестил на Samsung S5. Там вообще все как бы, ну, хреновенько, конечно, было. На записи вообще все ужасно было. А так, в принципе, на низких там что-то кадров 20-25, по-моему, было. Вот сейчас здесь все тоже на низких стоит. И, в принципе, играбельно, но, блин, я не знаю. На глаз тут где-то кадров 30, наверное. И то где-то с просадками тут. Не знаю, как другие блогеры тестят на этом телефоне. Говорят, что на высоких все летает. Нет, в принципе, на высоких можно запустить. Просто я уже, видимо, привык с комфортом играть. И для меня 30 кадров это что-то такое, что... Ну... В принципе, вообще... А, что мне еще могу подметить, то что телефон сам по себе холодный. То есть, я помню, когда тестил на Samsung S5, там он вообще капец горячий был. То есть... Игру запускал, а он уже нагревался достаточно так прилично. Сейчас нет, сейчас он в принципе умеренный, то есть такой, не сказать, что холодный, ну такой тепленький такой. Ну, я даже не чувствую какого-то нагрева, перегрева. В принципе, фризов, каких-то лагов, подлагов нету, ну в начале, как обычно это бывает. А так, сейчас посмотрим, так, прыжок. Не люблю я управление это с телефоном, мне не нравится. Какой-то, я считаю, там... Ну, школьники уже привыкли. Нынешнее поколение играть на смартфонах. В принципе, нет, привыкнуть можно, конечно. Но вот видно, что вообще капец, все размыто, все на низких стоит. Если вам понравится это видео, то я затестирую на высоких настройках графики. Посмотрим, как оно будет идти. Я, конечно, нуб в эту игру, но... Мы же сейчас не на мое мастерство смотрим. Сейчас посмотрим, как она идет. Не, в принципе, вообще нормально идет. Все-таки... Snap 636 тащит эту игру. На низких. И плюс Adreno 509. Я не знаю, как на высоких будет идти, но на низких 30 кадров точно есть. И такое впечатление, что они, в принципе, стабильные. Наверное, если будет какая-то перестрелка, будут наверняка просадочки, но они будут не сильные. Блин, как тут уйти? Да, в принципе, идет не... вообще нормально все. Летает, в принципе. Но я опять говорю, что 30 кадров для меня, ну, это такое, как бы. Хотелось бы 60. Интересно, на айфоне она в 60 FPS идет или нет? Так, сесть. Так, вести. А, вот. Что-то у меня уже стреляет вот там. Не, в принципе, очень круто сделали то, что для телефонов, для любителей этой игры, вообще... Не понимаю, почему Fortnite нету на телефоне. То ли я плохо искал. Там что-то какая-то бета-версия есть, а скачать почему-то ее нельзя. Потому что я изначально хотел Fortnite потестить. Да, в принципе. С
Слушайте, и травы даже, в принципе, на низких настройках графики травы очень много. Неужели когда-нибудь телефоны дойдут до такого уровня, что будут запускать игры, такие игры, как Кризис 3? Кризис 3. Это вообще будет капец. Да даже первый. Так, что тут? Прицелиться. Да, 30 кадров есть спокойно. Это очень радует. Все, меня сейчас это грохнут. Где стреляет, сука? Пойми, где стреляешь, гада. Вы видите, где он стреляет? А, вот он. Сука. Че, я его убил? О-хо-хо-хо! Первый килл, ни хрена себе, нуб убил. Надеюсь, запись у меня идет, а то я повторить это точно не смогу. Что-то, походу, я какого-то нубасика тоже убил. А вот еще один сейчас мне тоже грохнет. А нет, это что-то свой. А, тут типа команда на команду играем. Так, а как микрофон включить? Олега, привет. Ты че такой? Ага, маленько. Так, подожди. Так, посторонние звуки нам не нужны. Я же выключил микрофон. Интерфейс, динамик. Да ладно. Жалко, нельзя сейчас счетчик кадров включить, просто надо, по-моему, root права там какие-то ставить, которые я на Samsung ставил. Неохота мне запариваться. Блин, кто-то стреляет по мне, кто где? А, этот козел. Опа! Что-то какие-то нубасики играют. Чё, кто там стреляет, сука? Блин, хер пойми. Так где ты стреляешь-то? А, вот ты, сука. Блин, патроны закончились. Ну вот уже играю 8 минут, и в принципе телефон вообще даже не нагрелся. То есть он практически такой же, как он был в начале игры. На Samsung с 5 там капец он грелся. Ну там прямо, ну там правда Snap был 801, и он очень горячий. И при этом там, ну там намного хуже шло, чем здесь. Здесь прямо видно, что здесь стабильные 30 кадров, а там, конечно, FPS падал. Школьники всякие тут играют. Девять минут уже записываю. В общем, ребят, если вам понравится такой формат видео, то я протестю еще что-нибудь, какую-нибудь игру, там, Асфальт 9, там, еще что-нибудь. Или пишите в комментах, что бы вы хотели, чтобы я затестил на ноут пятом, на Xiaomi. Телефон мне очень нравится. Только школьник, не ори, я видео записываю. Телефон, говорю, мне очень нравится. Камера, конечно, качество записи видео не очень. Хотелось бы получше. Непрерывный бег. Ты что тут такое? Сука, как вас выключить? Все, отклонитесь.
Ну да, конечно, отличается уровень игры на ПК и на телефоне. На ПК намного сильнее играют. Там я бы так бы, ну точно бы никого бы не смог убить. Здесь меня вообще... О, арбалет. Да, тридцаточка есть. Причем вообще никаких подлагиваний не было. Не знаю, как на видео это будет передаваться. Надеюсь, на видео тоже все нормально будет. Потому что, говорю, на Самсунге записывал. Там вроде в самой игре все нормально было, а при записи там, ну, там жутко видно, что лагало с экрана. Скорее всего, оперативки не хватало. Хотя там, по-моему, 2 гигабайта было. В принципе, 2 гигабайта это более-менее. Но здесь 3 гигабайта. У меня версия с 3 гигабайтами, есть еще 4 гигабайта версия. В общем, если понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.